Te naprawo wyłamasz! Masz próbę! No to ja już ustałem na jednym krycie. Подхваты, махи, шпагат, шею размять. Все делать простые. Страховочку, перекаты. Ноги, колени, локти, уши. Разумеете? Игрок, ты сейчас что знаешь? Язык. Да у тебя размять, вот без костей. Надо язык один. Серега, Тереха встал, но вот кто же тренинг стоит. Давай. Ждет, он ждет. Кто кликнет?
Фед, что ночью делать? Фед, что ночью делать, говоришь? Ну, если что-то случится. Да я что делаю? Март сейчас, да? Март, как мартовский кот делал, наверное. Кто? Фед. Ну, по ночам уже будет, наверное. Так, вперед, растяжка. Ноги просягивают. Шея тоже разминается. Минута есть. Так, Андрей, ты еще здесь. Сергей Анатольевич сказал, дай ей минуту. Так, давай, быстренько.
Правильно пошли. Серега, что у тебя, тормоз или что? Я жду. Ты только один раз, я сам два раза, Серега. Вот клея. Да, еще больно. Он меня вызывает. Хорошо. Быстрее, по росту, по весу, встали на пару. Серега, не бери, да, курочку что? 3 минуты у школы. 5-1, 5-8, 5-1, 5-8. Время прошло, работаем. 3 минуты. Мать, с кем ты? Митя, ты с кем? Я с кем ты, я тоже. Так, вот, вперед, вот что, 3 минуты. Время пошло. Ген, старайся сделать по нему старше поднятие. Подними его. Да не, зайца как это. Подними его, вытяни. Вытяни, посядь хорошо. А Ген, я вообще не работаю, я вообще не работаю. Посядь, ты, рвы ноги. Вот как глаз так. Подвернись хорошо, вот так. Поднять. Макс, быстрее, быстрее, а ты, наверное, идёшь. Пока он там все сладят. Толик, поднимай его, ты старайся оторвать мне эту дверь. Подавись так, что его Спасибо.
Кишиневское детство удалое. Что вы на хотели? В твоем стиле это просто душевные песни. А там? Там где же? Там вот там. Я дома. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого, грусть свою скомкал. Этим прошлым везде не прочь. Этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случится не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, для надежды, как птицы, парили в душе. До надежды, как птицы, парили в душе. И на пищевке своей. Да, не жалейте, что вам не досталось ничего. Не жалейте, что вам не досталось ничего. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Но еще гениальнее слушали вы.
арт-директор сети кофеен Кофе Хаус. От Гордики. Все же видишь. 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. Левый, правый, правый. Пустой, просто. Все. Любые подарки. Женщины не верят. И не обязательно потом почитали. Все не так вот. Это может даже быть отдых. Я некоторые вещи планирую. Например, я сейчас есть правый день, который я хочу продлить жизнь. Это не связано с этим, как есть кофе. То есть сделать тут кофейное путешествие. Может, в том же Петербурге есть музей кофе, есть в Вене, есть в Праге. Вот даже в те же вот Ясы. Тут город красивый рядышком. Там есть кофейня, где прямо на себе купили кофе. Вот если я сейчас собираюсь, то есть таким образом поехать, сделать там репортажку, нужно будет лечить. То есть совместить вот с кофе. Сейчас собираюсь ехать в Львов на фестиваль кофе. Вопрос в том, что если мы, предположим, являемся партнерами театрального фестиваля, вот мы были на театральном фестивале, когда был оркестр, естественно, нас питов спектакль без Лутвинов это раз. Когда был у Ульпуличе, 75 лет очередной международный фестиваль кубы. Так, по 25 бросков каждый. Через 5 бросков меняется. Любые броски. И просто брать. Право на левую штуку. То есть, в принципе... Я бы не спятывал, да, я бы не спятывал. Ну, выставки, какие штуки общаюсь с людьми. Я тогда получаю огромную счастье за это, потому что это интересно. Сам учусь. Если нужно карантин, это очень интересно. Да, сейчас. Низкая парта, сядь. Низкая парта. Второй выпуск, второй. Ты его прибираешь на лопатки. С низкого парта он сопротивляется, ты его на лопатки ловишь. Три раза один, три раза другое. Вперед. Один низкий партер, другой прибираешь на спину, на удержание. Отпустить и меняетесь. Три один, три другой. Не понял, Серега? Положи его на лопатку, вот он встал низко парк, ты его как хочешь на лопатку ложи. И делай удержание, и вперед ты в парк, он ложишь. Да, он упирается, не давай себя положить. Сопротивление идет. Хашима, работаем, три один раза, три другое. Сопротивление, не давай себя положить.
Так, сейчас. Закончили. Один становится в партере. Второй — любые приемы, отработка, работа в партере. 3 минуты один отрабатывает перевороты, броски, что вы можете делать. 3 минуты другой, потом 5 минут в партере боретесь. Работаем. 3 минуты один отрабатывает, 3 минуты другой отрабатывает. Любые приемы, которые вы знаете в партере. Мигрень, повторяющийся.
все приступы острой головной боли, которые продолжаются от 4 до 7 часов. Мигрень, заболевание не связано с расой, местом проживания или климатом. И тем не менее, некоторые специалисты официально недуга в ней не признают. Курс озонотерапии в медицинском центре «Озонис» поможет взять под контроль малоизученное, но мучительное состояние неотступающей головной боли. Наш адрес – улица Алва-Юлия, 97. Телефон 930-940. Дополнительная информация на сайте www.onis.md. 30 марта. Манеж «Спорт-Арена». Лучшие бойцы Европы. Дамы и господа, ассоциация «ФИА» представляет KLK Europe Grand Prix. Билеты в кассах театра оперы и балета. Унитет 3G. Доктор, замучил кашу. Давно кашу? Уже 3 недели. Другие жалобы есть? Слабость, аппетита нет совсем. Похудел резко. Это серьезно. Необходимо... Прошло несколько дней. К сожалению, анализы показали, что... Вы говорите, доктор. Откуда? Туберкулезом может заболеть каждый. Ну что же делать? Лечиться сейчас так дорого. Не волнуйтесь. Сегодня туберкулез полностью излечим. И лечение в Молдове проводится бесплатно. Главное, чтобы вы обратились вовремя. Чем раньше начато лечение, тем больше полное выздоровление. Туберкулез можно излечить. Мебельный салон «Комфорт» объявляет скидки до 25% на мягкую мебель. Здесь вы найдете диваны, кресла на любой вкус и возраст. Отличное качество по доступной цене. Посетите мебельный салон «Комфорт» по адресу улица Мессаджер, 19. Создайте комфорт в вашем доме. Количество товара ограничено. Смотрите «Госпиталь» по выходным 19.15 на Sony Entertainment Television. Заболел горло? Снижен иммунитет? Вам поможет «Экзоль» – антибактериальные таблетки для рассасывания с витамином С и вкусом какао. Горло может болеть у каждого. Просто нужно уметь его лечить. Препараты меняются без рецепта. Ознакомьтесь с инструкцией. В случае побочных реакций проконсультируйтесь с врачом. Контроль на стильном радио. Середине 6 часа вновь на стиле волне отправляемся в путешествие по городу Кишинёву и узнаем, что же происходит на столичных дорогах. В эту минуту у микрофона Владимир Вахмянин. Рад приветствовать вас. Желаю всем доброго вечера и говорю, поехали. Вначале говорим о пробках. Не пробраться по Коголничану и по улице Еминеску. Двинемся медленно также по улице Пушкина и по Крянга от Флакара вниз в сторону центра. На Кале Бессарабии в районе Цветочного рынка катается мобильный радар, поэтому не стоит пренебрегать скоростным режимом в данном направлении. Ну а правами в эту минуту можно похвастать на пересечении бульвара Троян с улицей Индепенденции. Это была вся информация. К этой минуте через час будет свежая. А пока напоминаю, что наш информационный партнер службы такси 14007. Такси 14007 всегда в вашем распоряжении. Легко.
того, чтобы встретить весну и ощущать себя более комфортно в температурном режиме. О погоде говорим прямо сейчас, на ближайшие сутки. Грядущая ночь в столице плюс 9 градусов. Завтра днем воздух прогреется аж до плюс 17. Ясную погоду обещают нам синоптики. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно повышено. На севере Молдовы от 8 до 14. Плюс 7, плюс 16. Там будет ясно. Далее обращаемся к погоде за рубежом. В соседнем Киеве плюс 8, плюс 14 ясно. А у жителей столицы Румынии погода огорчит небольшим дождем. Там плюс 8, плюс 18. В Москве вероятные осадки смешанного характера от 0 до плюс 4. В Вене плюс 6, плюс 15 ясно, без осадков. В Кишиневе сегодня вечером также плюс 15 и также ясно, без существенных осадков, что радует. По перспективам 18 часов Ильинское село расскажет о том, что происходило сегодня в стране и в мире. Ну а до этого, конечно же, только душевная музыка и приятное настроение на волнах сильного радио. Оставайтесь с нами. Yeah, hold on.
Наш короткий номер 3837. На стильном радио. Фелис Молдова и Одесский фелинологический племенной клуб «Лукоморье» представляет с 31 марта по 1 апреля 40-я и 41-я международная выставка породистых кошек. Место проведения. Кишинев, улица Геочейлор, 1, Молдэкспо, павильон номер 3. Экспертизу проводят признанные судьи международной категории из Чехии, Белоруссии и Швеции. Информационная поддержка. All Moldova, утро на СТС, стильное радио, интернет-портал Пэт-клуб. С 31 марта по 1 апреля 40-я и 41-я международная выставка породистых кошек на Молдэкспо. Информация по телефону 068-74-72-90. 068-74-72-90. Посмотри-ка. Ты умерла, и тебя втиснули в эту тушу? Представь себе. Это так несправедливо. Джейн. Да это же я. До смерти красиво. Сегодня в 19.15. Лава-бар изменит ваше понятие о клубном отдыхе. Больше музыки. Больше зрелищ. Больше развлечений. И все это в незабываемой обстановке. На
наши двери открыты с четверга по воскресенье. Телефон для бронирования столиков 079-01-01. Здесь у нас музыкальная коллекция по субботам в 19:00 на СТС. Реклама на Синем радио. Это странно, очень странно, но такой уж я законченный.
туманом. И с собой мне не справиться никак. Последняя минута пошла. И за запахом тайги. А я еду за туманом. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. О шансоне свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Те песни тронут душу, и тогда их не забыть, не надо. Это новости, о которых говорят, у микрофона Денис Веселов. Выборы президента страны признаны действительными. Результаты утверждены сегодня Конституционным судом. Об этом заявил председатель Александр Утенасин. Таким образом, парламентское решение о назначении даты выборов было признано действительным, а избрание на пост президента Николая Тимофти было утверждено. Решение вступает в силу после его объявления, не может быть обжаловано и будет опубликовано в официальном мониторе. По закону церемония инаугурации должна быть организована в течение 45 дней. Срок мандата президента Молдовы составит 4 года. Депутаты Демократической партии предлагают запретить в Молдове рекламу лекарств. В частности, депутаты предлагают запретить рекламу медикаментов, которые выдаются по рецепту, а также запретить участие в рекламе актеров в образе врачей. Депутаты отмечают, что предложенный законопроект призван отгородить население от приобретения разрекламированных лекарств. Нередко граждане покупают лекарства, не консультируясь с врачом, на базе информации из рекламных роликов, подчеркивают демократы. В Молдове 19 и 20 марта ожидается повышение уровня загрязнения воздуха пылью. Сообщили об этом в Государственной метеорологической службе. По данным ведомства, в период с 16 по 19 марта предельно допустимая концентрация санитарной нормы по взвешенным веществам была превышена в 2 раза. В последующие дни метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей и ожидается увеличение концентрации пыли в воздухе. В связи с этим коммунальным службам и населению рекомендуется провести уборку улиц и близлежащих территорий. На Сицилии проснулся вулкан Этна. Это 4-е его извержение в нынешнем году. Над кратером поднялось огромное облако дыма и пепла высотой около 7 километров. Материального ущерба извержение не нанесло. Местный аэропорт работает в обычном режиме. Пробуждение
извержение вулкана не застало врасплох ни власти, ни местных жителей, так как Этна – самый активный вулкан Европы, известен своими частыми извержениями и находится под пристальным наблюдением экспертов. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар США – 11 лев 90 банов, евро – 15 лев 65 банов. Это все новости к этому часу. В студии был Денис Веселов. Оставайтесь вместе с нами. Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне, значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой. Мы увидимся вновь. Матэ, все, все, здрасте. Непростые слова, это наши мечты. Готовы? И родные глаза. Если улицы горят, пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и другие возвращаются. И приходят друзья, и порой обещаются то, что сделать нельзя. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой. Мы увидимся вновь. И родные глаза. Лейтенант ДПС, и сосед собирается на рыбалку и в лес, и беспечные дачники открывают сезон, и порой неудачники выглядят на миллион. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой. Мы увидимся вновь. Значит, это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Слова, это наши мечты.
Флэш ты.